Следующий доклад у нас от Дианы Кильман, компании «Росоникс». Партнерская программа «Росоникс 2017». Попрошу на сцену. Отбивочка. Микрофон, коллеги, нам нужен микрофон. Давайте дам уже на обычный, хорошо? И кликер. Можно начинать? Да, конечно. Да. Уважаемые коллеги, партнеры, компания «Росоникс» уже давно дружит с «Битрикс». Уже много лет мы являемся партнером 1С «Битрикс» и генеральным спонсором «Битрикс» конференций. Мне очень приятно, что количество партнеров неизменно растет. Это значит, что растет количество сайтов, сделанных на CMS «Битрикс», корпорталов, и все это нужно где-то размещать. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать о нашей партнерской программе. Мы хостинг-провайдер. И я расскажу вам, как вы можете использовать хостинг в качестве полезного инструмента и источника дополнительного дохода для вас, как веб-студии, как агентства или просто частного лица. Давайте начнем. Итак, у каждого разное направление, но, допустим, если вы занимаетесь сайтостроением, когда сайт ваш уже почти готов и нужно его показать заказчику, протестировать, либо если вы занимаетесь SEO-оптимизацией, вам нужен надежный хостинг, чтобы хорошо шла оптимизация, чтобы не терять аптайма. Соответственно, для наших партнеров-реселлеров мы предлагаем размещать сайты у нас абсолютно бесплатно, а дальше платить уже за них только со второго месяца. Таким образом, где угодно, из любой точки мира, вы можете безболезненно, без отвлечения от своих занятий, разместить сайт, не платив за него и не иметь проблем. Немного расскажу о нашей компании для тех, кто не знает. Мы основаны в 2001 году холдингом Parallels. С 2001 года мы были первой компанией, вышедшей на российский рынок с технологией VPS, виртуального выделенного сервера. До этого предоставлялся хостинг только либо виртуальный, либо просто в аренду физические сервера сдавались. И до сих пор мы непрерывно совершенствуем наши технологии, чтобы оказывать быстрый хостинг в помощь малому и среднему бизнесу. Среди наших партнеров очень много известных компаний, в том числе и спикеров на данной конференции, что очень приятно. Подробнее мы еще об этом поговорим, но мы гордимся нашими партнерами, это правда. Так, один из наших партнеров, компания Tenais, отмечает среди наших плюсов оперативную и грамотную техническую поддержку. То, что мы отвечаем очень быстро, сервера у нас размещаются в качественном дата-центре класса Tier-3, и все это находится в Москве. Почему еще быть нашим партнером выгодно? Мы даем вознаграждение нашим партнерам до 50% от оплаченных клиентам услуг. Для сотрудничества мы предлагаем три различные программы на выбор, которые вам удобно. Выделенный менеджер по партнерской программе помогает вам с ответами на все интересующие вопросы и также с заявками в техническую поддержку. И заявки в поддержку имеют у нас повышенный приоритет от партнеров. Какие виды партнерской программы у нас бывают? Во-первых, это классическая реферальная программа. Каждый клиент, который регистрируется у нас, уже автоматически становится нашим реферальным партнером. То есть в личном кабинете присутствует реферальный код, реферальная ссылка, и приводя новых клиентов по этой ссылке или по этому купону, клиент автоматически будет получать бонусы, которые может тратить внутри компании «Росоникс». Вывод денежный в денежном эквиваленте в данной программе не предусмотрен. Следующая программа — это агентский договор. Здесь уже набрав объем в 5000, вы можете заключить с нами этот договор и, соответственно, получать вознаграждение на расчетный счет. Данная программа предусматривает сотрудничество с юридическим лицом, ну, либо ИП. И третий вариант сотрудничества — это реселлерский договор. В данном случае нашим клиентом являетесь вы сами, продавая наши услуги с партнерской скидкой, которую мы вам предоставляем, уже вашим конечным пользователям. Таким образом, разницу вы получаете себе в виде денег. Как раз очень удобно работать по этой программе.
для тех, кто комплексные услуги оказывает клиентам. То есть вы можете просто включать хостинг в ваше комплексное предложение, и клиент, в принципе, как правило, клиентам все равно, где они размещаются, вы просто можете определенную маржу накидывать еще на ваши услуги. И самое интересное, что эти программы можно комбинировать, то есть вы можете комбинировать реселлерский договор и реферальную схему, разделить клиентов, например, пополам, да, часть у вас будет по реселлерскому договору, часть по реферальной схеме, и бонусами от реферальной схемы вы можете оплачивать реселлерский договор. Таким образом, вы будете получать хостинг бесплатно для части клиентов. Таблица вознаграждений на этом слайде приведена. Соответственно, мы платим за первый год вот по младшему тарифу 25% с ОПС, 20% со второго года. И по мере роста вашего бизнеса, соответственно, чем больше вы клиентов к нам приводите, тем больше процент вознаграждения получаете. Бизнес-партнер — это 5 тысяч оборот, золотой партнер — 30 тысяч, и платиновый — 60 тысяч и выше. Что еще мы делаем для наших партнеров, чем помогаем? Во-первых, мы представляем все маркетинговые материалы, которые требуются вашим клиентам. Презентации, все, что нужно. Во-вторых, мы даем 5% скидки вашим клиентам при заказе с вашими реферальными купонами. Таким образом, мы стимулируем клиентов заказывать именно с вашей реферальной ссылкой, с вашим реферальным купоном, и вы можете об этом, собственно, везде писать, на сайте на своем или в письме, когда вы отправляете реферальный код, ссылку вашему клиенту. И это еще не все. С этого года мы даем возможность партнерам участвовать в наших скидочных акциях. То есть если вы видите на нашем сайте какие-то распродажи и так далее, смело участвуйте в них. Для партнеров-реселлеров прямо по собственному купону мы даем скидку. Для партнеров-рефералов вам нужно будет по ссылке по вашей реферальной заказывать услуги, вводя код программы непосредственной скидочной. Подробности всегда можно узнать в партнерском отделе. А сейчас я хочу вам рассказать о наших технологиях. Итак, технология МИК. Мы проводим постоянные разработки собственные, постоянные исследования, и мы выделили технологию МИК на наших серверах и применили ее. Таким образом, мы позволяем сайтам клиентов загружаться в два раза быстрее, чем на остальных хостингах. Каким образом? Это секрет, но наши технические специалисты могут ответить на все ваши вопросы. Вот. Один из аспектов, конечно, это быстрые SSD-диски. Другой — это настройка специальной панели управления, только тонкая настройка серверов и так далее. На наших серверах мы используем платное коммерческое программное обеспечение от компании Parallels. Сейчас это, правда, собственная компания Virtuoso, которая входит в холдинг Parallels. Благодаря данной технологии мы обеспечиваем живую миграцию наших клиентов. То есть вы можете взять самый младший сервер ВПС и дальше по мере роста вашего бизнеса просто будете увеличивать, переходить с тарифа на тариф без физической миграции данных. Да? То есть не нужен будет перенос вручную данных с одного тарифа на другой в рамках одной линейки. И также, если вам ВПС вдруг стало не хватать, соответственно, уже можно перейти на физический хостинг, который также предоставляется на базе технологии виртуализации Virtuoso Containers. И таким образом мы просто смигрируем ваш VPS-контейнер на физический сервер и развернем до его размеров. То есть, опять же, ничего вручную не нужно будет переносить. Панель управления. Мы представляем панель управления Plesk 12.5 для управления сайтами и основную панель управления Odin Business Automation, ну, все тот же холдинг. Наш дата-центр находится в Москве. Это Акада Телеком, Варшавское шоссе, дом 133. Класс надежности дата-центр Tier 3+. Мощная система кондиционирования и климат-контроля позволяет в любую погоду оставаться серверам работоспособными. Активное сетевое оборудование Cisco зарекомендовало себя уже на рынке и, в общем, я думаю, не требует представления. Наши тарифные планы. Тарифные планы ВПС и физического хостинга мы предоставляем на базе пакета услуг сервера без забот. Это расширенный пакет поддержки. Соответственно, здесь вы видите непосредственно тарифные планы ВПС. Мы даем опции на выбор. Например, вы можете выбрать быстрые SSD-диски, если у вас продающий сайт, интернет-магазин. Либо можете выбрать более медленные диски, но более ресурсоемкие, если магазин не продающий.
но требуется больше, соответственно, емкости. Также у нас есть оптимизация Bittrex, уже готовый установщик, который вы можете выбрать. И, соответственно, там стоит тестовая лицензия на месяц. Если вы хотите купить коммерческую лицензию, достаточно просто туда вбить коммерческий ключ и дальше пользоваться. На ваш выбор панель управления Plesk или без нее. И также на выбор SSH root-доступ. То есть если у вас есть собственный администратор, вы выбираете сервис с root-доступом, администрируете его самостоятельно. Если администратора нет, то вы можете выбрать сервер без root-доступа, и, соответственно, наши специалисты будут оказывать вам услуги администрирования. Вот техническая поддержка, соответственно, сервер без забот. Что в нее входит, в расширенную поддержку? Значит, данная опция для тех, кто выбирает сервер без root-доступа, либо виртуальный хостинг. Также наши тарифы физического сервера, как я говорила, они также представляются на базе виртуальных контейнеров, Virtuosa Containers. И, соответственно, если тарифы VPS вам недостаточно, вы также можете перейти сюда. По сути, это тот же самый контейнер, только мы его развернули на весь физический сервер. Все, что внутри контейнера, все же тут есть. Мы используем high-end data center, выделенные сервера физические компании Dell, брендовое программное обеспечение. Все это обеспечивает хорошую надежность нашим серверам. И сегодня для наших участников, для участников конференции, мы представляем золотой статус партнерский по нашей партнерской программе. Вы можете зарегистрироваться на стенде Russonics, либо на сайте, и, соответственно, на 3 месяца он будет вам присвоен. Для наших существующих партнеров мы представляем 1000 бонусов в течение месяца за каждого приведенного клиента. Пожалуйста, регистрируйте и приводите их к нам. И теперь один из наших партнеров, Владислав Михно, коммерческий директор компании «Соловей», хочет сказать пару слов о сотрудничестве с нами. Владислав, пожалуйста. Добрый день. Наше сотрудничество с Русонинском началось где-то с середины 2013 года, как раз после конференции Bittrex, где я послушал выступление представителя компании, пообщался в кулуарах непосредственно с сотрудниками и с генеральным директором тогда Андреем Шварцков. Мне очень понравился их подход, то есть здесь был интерес именно к партнерам узнать, что вам надо, что вы хотите и как взаимовыгоднее организовать сотрудничество. И как раз совпало с тем, что вот на нашем хостинге, где мы раньше держали свои проекты, начались проблемы. Это довольно крупный, я не буду называть его. Появились DDoS-атаки, то есть не только на сервер, на наших соседей, и на сам хостинг. Постоянные проблемы возникли, и я решил попробовать перевести на Russonics. Ну, я не могу продавать то, в чем я не уверен, поэтому в первую очередь я перенес несколько своих проектов. При этом переносили мы не своими силами, а именно вот техподдержка. Был сделан перенос, сделали технические как бы настроечки. И когда вот первое ощущение, когда вот сравнили, вот только он работал на старом хостинге и стал работать на новом, это было ощущение вот, визуальное просто. Они летают. И вот мы уже 4-й год с хостингом в хорошем смысле летаем и приводим своих новых клиентов именно на Russonics. Здесь самое интересное, что продавать продукты Russonics легче. Не втюхивать, а именно продавать, потому что очень удобный сервер без забот. В самом названии, то есть оставьте заботы для хостинга, а остальное занимайтесь своим бизнесом, занимайтесь своим сайтом, работайте. Надежное железо. И все говорят о том, что мы быстрые, а у Russonics есть конкретная технология. Это краткое название, которое имеет МИК. Это понятно клиентам, это удобно вам для дальнейшей работы. Ну, еще хочу по техподдержке. То есть она была всегда хорошей, а вот сейчас она, знаете, в прогрессе растет скорость ответа, качество ответа. Пример приведу, который особенно важен для клиентов, когда необходимо срочно решить вопрос, а нет рядом разработчика. У меня был, собственно, случай. То есть наш интернет-магазин Bambanzaru, элитная бижутерия, это интернет-магазин моей жены, с начала года мы меняли дизайн и меняли шаблон. И, соответственно, так как магазин работающий, мы решили сделать все технические работы поздно вечером. Сделали все, и необходимо было сделать определенные действия на стороне сервера.
Технический специалист нас отправил задание в техподдержку, но получилось, что, как потом разобрались, было некорректно. И произошла ситуация, что не запустился сайт. Жена, моя, так как ответственный человек, но не имеющий технического образования, не являющий техническим специалистом, позвонила в техподдержку «Русоникс» на своем языке, человеческом языке, объяснила, какая возникла ситуация. Она решила, потому что меня не было в это время дома, это уже было поздно вечером, я ехал как раз со встречи. За 5-10 минут решили вопрос, сайт заработал. Понимаете, это очень важно, потому что здесь у «Русоникса», завершая время, у нас уходит, я просто хочу сказать, что хостинг «Русоникс» — это хостинг с открытым лицом, который всегда можно пообщаться, чем мне нравится. Если возникла проблема или идея, ты подходишь, с тобой общаются, и не просто слушают, а слушают, вникают и внедряют. Рекомендую лично от себя. Спасибо большое, спасибо большое. За теплые слова. Очень приятно. Сейчас вопросы, да? Собственно, у вас доклад все завершен. Давайте я посмотрю вопросы, был один точно. Собственно, он один, да. Когда техподдержка будет как убитый, кстати, через чат? Вообще у нас 19 минут техподдержка, по-моему. Уже. Отлично, хорошо. Спасибо большое, поблагодарим за прекрасный доклад. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы только через онлайн. Собственно, спасибо можно большое. Можно на стенде, да, или сейчас?